начинаем. Формат тот же. Ваши вопросы. После мы, наверное, выберем один лучший вопрос. Я выберу. Потому что ребята не берут на себя ответственность. Они хотят, чтобы вы их любили. А ребята сделают два бумажных самолетика, запустят, кто поймает, тот и выйдет к нам. Круто, да? Все. Ребята, давайте, тяните руки. Вопросы ваши пошли. Так, только так, без давки, без этого. Вас очень много. I have a question about Cyberpunk 2077 by CD Projekt Red. As far as I remember, you visited the stand at E3. So, what do you think so far of the game? Итак, вопрос про Cyberpunk 2077. Что ты думаешь про игру? Я думаю, это очень крутая игра. It looks very, very cool. I was able to see the behind closed doors demonstration of the first maybe 40 minutes of the game. Очень крутая игра. Мне удалось посмотреть, может быть, первые 40 минут игры за закрытыми дверями. Был такой закрытый просмотр. Очень крутая штука. Брайан Амилия, я не знаю, как выбирать вопросы, потому что они все готовы плакать, разрывать меня. Я завидую вам, что вам не рады это делать. Давайте. Hello, it's Amy. Hello. Хотела бы спросить, какие самые, не знаю, сумасшедшие или самые крутые поступки делали фанаты при встрече с вами? You're all crazy. Сумасшедшие, в хорошем смысле. We've seen some crazy cool cosplay. Мы видели совершенно безумный косплей. A lot of RK-800, RK-900, North. Yeah, where is everyone? RK-900, North. We've seen... there's a Hank or two. Что ты чувствуешь, когда твою судьбу в игре контролируют другие игроки, а не сам ты? I think it's really exciting. I love to hear how all the different outcomes that people have, because the characters can go through so many different things depending on what you all choose to do with them. And I think that's really special, and I think that's what makes Detroit such a special game. Я думаю, что это здорово, ведь это совершенно особенная игра. Так много разных вариантов, и мне очень нравится, что есть такая свобода выбора, и ты на самом деле не знаешь, куда тебя заведет эта игра. When we were filming all of the pieces for Detroit Become Human, it was like building the action figures and building the diorama for the set, and then putting them all in a box and giving them to you to do whatever you want to do with it. Но когда мы записывали разные эпизоды для «Детройт. Стань человеком», это было похоже, знаете, как когда коллекционируешь экшн-фигурс, фигурки и собираешь их в одну диораму. Мы это сделали, а также уже вам решать, какова дальнейшая судьба этих героев. I was very moved by the short film, but I hadn't seen it until after I had auditioned. Но меня потрясла эта короткометражка, но, честно говоря, я ее не видел до кинопроб. And I recognized the dialogue because it's actually the script that I used for my audition for Connor, was the tech demo.
то я узнал диалог из этой короткометражки, потому что именно этот диалог использовался во время проб, когда я пробовался на роль Конора. And when I was auditioning, I saw the first trailer with Kara, where she steps out into the rain when the city is passing by. And it moved me because I'm from Detroit. I live outside the city in Michigan. And to see the future of what Detroit could be was very exciting for me. Ну и меня, конечно, потряс трейлер, потому что я вообще сам из города Детройта, я живу в штате Мичиган, в пригороде Детройта, и, конечно, было впечатляюще увидеть, что ожидает мой любимый город в ближайшем будущем. Мне кажется, что когда я их надеваю, они как бы все еще со мной. I have an 8mm film camera from my great-great-grandfather, which is, you have to wind it up to film with it, and I really love this camera. У меня осталась 8-миллиметровая кинокамера от моего прапрадедушки. Ее нужно вот так вот крутить, чтобы снимать, и мне очень нравится на нее снимать. Brian, Amelia, I want to send you a gift and ask you one question. Become human in the name of a game is more about androids or human who lost like humanity and empathy? Название «Стать человеком» — что важнее, философия андроида или такая человеческая философия? It's a very good question. Очень хороший вопрос. I think in the game, the androids are teaching a lesson to the humans. Я думаю, в игре андроиды преподают урок людям. Ryan, привет, Амелия. Hi. Представьте, что вы музыкант. Какой бы из существующих музыкальных групп вы бы стояли и кем? What would you play and what instruments? Oh! AC/DC, no? That sounds like Star Wars for me. Это было похоже на «Звездные войны» вообще-то. I'm not much of a musician, but I think it would be really fun to be on stage with Freddie Mercury and David Bowie. Я не музыкант, но было бы круто быть на одной сцене с Фредди Меркьюри и Дэвидом Боуи. Вот это было бы здорово. Сегодня день рождения Гэвина Рида. Вы поздравили его или... Happy birthday, Gavin! Интересно, с днем рождения, Гевин! Привет, Амелия и Брайан. I have present for you. This is матрешка with characters of Detroit Become Human. And my question is so easy.
Do you want to come to Russia again? This is so cool. Can we see this? Очень круто. Можно посмотреть? Yeah, sure. Можно посмотреть? You sure? Конечно. Wow. This is, I'm gonna open it. I don't know. Сейчас откроем, посмотрим. Я ведь могу открыть, да? Давай. Come on. Потому что ты всегда в его сердечке. Так, друзья, продолжаем. Брайан, Амелия, welcome. Вы видели их действительно удивление, когда я первый раз смотрю, что открывали. Еще. Брайан, Амелия, welcome to Russia. And я хочу задать один вопрос. Вот вы в Москве уже вот несколько дней. И у меня такой вопрос. Вы уже увидели сам город или вы все время торчите в этом здании? We have been in the little box. Вон в том вот ящичке, который вот там, в такой коробочке. It's a beautiful little box. Чудесная коробочка. And it's full of all the nicest people in Russia. Но оттуда приходят самые милые люди в России. And we hope to get to explore, to do a GoDeviant Moscow stream on our Twitch stream. Московский стрим, это все еще впереди. Hi, Brian, Amelia. Hello. Again, thank you so much for you being here, like in Comic Con, coming to Russia, and for you just born. And I have a question. Thanks, Mom. What do you think about the game Detroit? Is it possible realistic future? Like in the reality, and if it's so is it good to be in such society, a deviant or normal android, or even a human? Как вы думаете, Детройт реалистичная игра, и кем лучше быть, девиантом, андроидом или обычным человеком? I think this is a very important question. Очень важный вопрос. I think that we are not far from artificial intelligence, which could be combined with robotics to get us to these androids. Но я думаю, что мы очень близко подошли к моменту, когда мы уже сможем объединять искусственный разум с робототехникой, чтобы появлялись вот такие андроиды.